Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джуз, и сегодня мы поиграем в Soda Champion Roblox. Это такой у нас симулятор, или что это такое, кликер, я даже не знаю. Но я вижу здесь у нас вот кнопочки такие, ура, лопаем пузырики, собираем пузырики, и их, наверное, можно продавать. Давайте мы найдем место, куда продавать. А здесь есть вообще телепорт на продажу? О, Soda Pass есть. Можно здесь взять какой-то, видимо, за робуксы что-то такое. Ультра-стартер. Так, ежедневные награды 100 коинов, конечно, забираем, конечно. Есть яички, можем сразу посмотреть. 250 коинов стоит яичко. Здесь это 200 робуксов. Это 40 тысяч коинов. Вау, кристальные пыты. Которые стоят робукс какие-то. Понятно. Здесь у нас есть реберта, есть апгрейды. Давайте посмотрим апгрейды. Апгрейды у нас апгрейдятся за 20 тысяч коинов. Коины. Очень много коинов надо тратить на апгрейды. И реберты, ребята. Реберты. Ага. Вот как мы, скорее всего, будем получать коины. Мы просто будем делать... так, у меня есть 20... 3, да? 23, сейчас мы 25 делаем, 5 ребертов, шлепнули, у меня 100 коинов. 100 коинов, и что мы можем купить на 100 коинов? Не знаю, но зато мы можем, теперь x3 у нас пузырики лопают. О, смотрите, есть у нас сундучок, если мы вступим в группу, скорее всего. Так, что это такое за мной? Меня преследует какая-то неведомая аниме-штука, что это такое? Ну-ка, а, все, ладно, убежал. Ну и хорошо, вау, смотрите, ребята, что здесь есть. О, кстати, можно вот так вот бегать и просто коины по улице собирать, даже не обязательно нам делать реберты. Так, у нас есть кнопочка автонажатие, автореберт. А это все у нас за робуксы, я понял. О, сколько много всего здесь можно просто бегать и собирать, ребята. Ну-ка попробуем, бегаем, собираем, еще параллельно закликиваем. Блин. Плохо, что нельзя включить автоклики. Ладно. О, есть кнопочка бусты. Смотрите, бусты. Сколько они стоят? На 15 минут 30-40 робуксов. Обалдеть. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. На 15 минут зашел, поиграл, купил. Но, скорее всего, лучше взять такой постоянный. Вау, а это что это такое? Это арена какая-то, что ли? Или еще что-то такое непонятное? Туда я попасть не могу, к сожалению. У меня не хватает возможности. У меня еще прыжки, видимо, можно прокачивать. О, ребята, смотрите, я что там нашел. Это у нас мир с той стороны. Вау, какой крутой. Туда дальше можно добираться. Но для начала давайте мы сделаем вот так вот. Rebirths. И делаем еще 5 ребертов. Еще 5 ребертов делаем. И давайте погнали, закликиваем. Вот это скорость закликивания, ребята. Жесть. Так, ну-ка попробуем. Опа, есть, запрыгнули сюда. Теперь идем сюда. Надо как-то добраться до следующего мира. Опа, есть, забрались до сюда. Теперь стартуем. Воу, есть, допрыгнули до сюда, дальше куда бежать-то, интересно, скорее всего, вот в эту сторону мы побежим с вами так. Опа, хорошо пока что, получается, ребят, смотрите, у нас все выходит, так, с этой стороны. Ай-яй-яй, не-не-не, есть черная дыра, интересно, если я сюда наступлю, что будет? Ничего, это просто эффект такой, блин, мне кажется, я до туда не допрыгну. Давайте тогда попробуем сделать с помощью вот этого буста. Опа, давай, есть, хух. С помощью этого буста я допрыгнул. О, корабль. Я на него могу запрыгнуть? Ну-ка. Опа, да, ребята, я смог запрыгнуть на космический корабль. Мы сможем добраться таким образом до следующего островка. Надеюсь, он полетит обратно. Ты же полетишь обратно. Да, давай, полетели. Стартуем, о, разворачиваемся, летим. О, это же прям, смотрите, реально. Он нас может привести до того конца. Или не может. Смотрите, здесь он остановился. Остановочка первая, летим дальше. Летим. На космическом корабле. Сейчас мы еще 200 коинов возьмем. Опа, оу, 300 коинов. Меня подпрыгнули, меня подкинули наверх. Возвысили. Здорово. Сейчас нам надо, наверное, вот идти как-то сюда. Ну, давайте, это, скорее всего, конечная у нас остановочка. Дальше вон в ту сторону мы пойдем. И давай прыгаем. А, не-не-не, давай отсюда мы будем прыгать.
Вот отсюда. Опа! Есть, запрыгнули. Дальше. Надо суметь добраться до вот этого островка. Опа! Есть! Смог запрыгнуть. И у меня, смотрите, у меня уже 700 коинов. Круто, мы скоро сможем взять питомца в себе. Есть, я добрался до этого острова. Интересно, он у меня разблокируется. Оу, ноу! Мне 200 тысяч надо, смотрите. 200 тысяч пузырьков, чтобы попасть в эту локацию. Интересно, если я туда зайду, меня уничтожат? Я как бы не хочу погибать, но... Ах, попытка не пытка, что не сделаешь ради ваших подписок и лайков. Давай, опа! Нет, туда меня просто не пускает, ребята. Просто не пускает меня. Ну, давай, попробуем. Оп, может мы сейчас на ребертах сможем сделать 200 тысяч. Давай. Нет, не сможем. Потому что, смотрите, я вот сделал. Хотя давайте 10 сделаем. Мы же сейчас быстро, в принципе, кликаем, да? Можем 550 пузыриков себе накликать быстро. Давай. И 500. 500 есть? Давай. Есть. 500 сделали. И теперь поскольку мы получаем по 9. Не, нереально. Мне придется возвращаться на стартовую локацию 100%. Как мне это сделать? Скорее всего, вот так вот. Прощай! Моя жизнь возле нового портала. О, кстати, смотрите, вот у нас миры. Это у нас Void Ninja World и Dual Element Island. Вот. Круто! Выглядит, знаете, как симулятор, ниндзя-симулятор. Вот так вот выглядит. Мне кажется, весьма-весьма похоже. Ну, давайте берем здесь тогда питомцев. Я могу сразу Open 2 сделать? Не, не могу. А Open 4 могу? Не, не могу. А авто могу хотя бы? Не могу! Надо в группу вступить. Ну ладно, в следующий раз вступим. Если вы захотите продолжение, наберется 500 лайков, то мы обязательно вступим и будем получать все награды за то, что мы вступили в группу. Собираем здесь. Это у меня... Кстати, сколько я питомцев-то могу носить? Я могу 3 питомца носить, так что давайте еще одного открываем. Открываем, забираем. Бум! Есть! У меня какой-то... Ну, по-моему, какой-то стрёмный мне питомец упал. Один. Вот этот вот. Эти вот получше. Хотя они, в принципе, одинаковые. Можно надеть мне... Да, самых крутых надеть сразу всех. Можно их еще улучшать. 5 таких будет улучшение. В принципе, прикольно. Ну-ка, давайте пробуем. По 34 мне сейчас прибавляют. Закликиваем. Сейчас мы попробуем много всего сделать. Так, апгрейды. Апгрейды, смотри, 20 тысяч коинов. Это дополнительный прыжок. Это у нас скорость 30 тысяч стоит. Сила прыжка 75 тысяч. 100 тысяч экстра pet space. Это у меня количество, скорее всего, увеличит питомцев. 500 биллионов, о, дополнительная ячейка питомца, 50 биллионов стоит, но все равно очень много. И Quad Tap Change, я не знаю, что это такое, 100 миллионов стоит. Скоро оружие будет, Point, вау, какой крутой у нас симулятор делается. Здорово. Ну давайте закликиваем сейчас здесь, все закликиваем. Сколько мы можем ребертов сделать, давайте посмотрим. Можно, смотрите, 50 ребертов сделать. Для этого надо 5000 всего лишь пузырьков натапать. Я думаю, мы сможем 5000 вообще запросто накликать. Давай. Уже 4000 есть. И мы сделаем с вами 50 ребертов. Посмотрим, сколько же коинов мне дадут за такое количество ребертов. Так, давайте смотреть. Еще чуть-чуть надо, так давай. Оп. И где у меня написано, сколько коинов? Вот смотри, 154. Бэм! О, 952. 800 дали почти что. В принципе-то неплохо. Но на питомца мне нового не хватит, конечно. Он здесь 40 тысяч стоит. И мне по 110 прибавляется сейчас. По 110. Ну, короче, а если мы будем бегать и собирать коины, у меня прибавилось ли, нет? Так, опа, нет, также по 2 коина. На старте, конечно, хорошо. На старте хорошо, можно вот тут вот побегать, пособирать немножечко коинов, купить себе питомца крутого. А потом вот эта уже штука не работает, ребята, не работает. Ну, кстати, у меня 20 тысяч, а туда 200 тысяч надо было или 20 тысяч на новую локацию. Вот это я уже забыл, вот это у меня память как у золотой рыбки, да, или просто у любой рыбки.
только что помнил, уже забыл. И у меня вот в голове такие пузырьки. Пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак, я ничего не помню. Давайте смотреть, сколько я могу сделать ребертов. О, ребертов-то я могу уже 100 сделать, если я сейчас 35,5 тысяч напукаю, налопаю. И давай, у меня уже 34. Все, я могу 100 ребертов. Пим! Бахнули 100 ребертов. 12 тысяч у меня есть. Скоро мы сможем сделать, купить нового питомца здесь. Здесь даже шанс легендарного есть. А здесь нет, кстати, вот здесь у нас явно покруче питомца. Блин, вот здесь вот легендарчик сразу упадает за 200 робуксов. А здесь вот шанс на нее, конечно, очень низок. 1% всего лишь. 1% это очень-очень мало, ребята. Очень мало. Ну-ка, смотрим, сколько мне надо на 100 ребертов. Мне 85 тысяч надо, чтобы сделать 100 ребертов. Я, в принципе, смогу сейчас набрать 85 тысяч. Че? За мной, говорит. О, меня кто-то узнал, что ли? Ну-ка, погнали. Давай. Бежим. Опа, смотрите, меня куда-то ведут в лес. Сейчас меня грабят, наверное. Или нет? Оп. О, секретный мир. Вау. О, вау, ребята. Спасибо большое нашим великолепным подписчикам, которые нашли секретку. И теперь... вы тоже знаете секрет быстрой прокачки. Крутяк! Давайте делаем реберты тогда. Делаем реберты, бахаем. Оу, 70 тысяч есть. Вау! Здорово. Прикольно, мне нравится. Вот, кстати, наверное, в каждой локации есть такие секретки, где можно x2 получать. Буст коином. Так, сколько мне надо нас... А, я уже могу? Или не, не могу? Подожди, я... А, не могу. Мне 135 надо, короче, налопать пузырьков, чтобы сделать еще один реберт. А вернее, еще 100 ребертов. И сейчас я как раз накоплю и пойду покупать себе питомцев новых за 40 тысяч. А потом мы отправимся в следующую локацию, будем изучать, что же там такого интересного у нас есть. Так, 125, 130, 135, все. Можем сейчас еще... Бам! 160 тысяч получили, отлично, погнали за питомцами. Так, надо запомнить это место, водопад. Здоровский водопадик, здоровский. Идем сюда, получаем здесь яичко. Давай, опа, открываем. Выбиваем мы комонку вонючую. Ладно, давай еще выбиваем. Может быть, сейчас получится. Опять комонка. Ну что ты такой жестокий? Давай еще. Выбиваем еще. Бум. Да комонки, ну ты чего? Давай еще. Может быть, сейчас что-нибудь выпадет. Опим. Да ты чего? Ты чего издеваешься? Давай надеваем лучших. Да ты чё, приколист, что ли? Почему так? Мои эти хуже, они от 4 уровня, да? Ну ладно, надеваем, короче, тех, которых мы выбили. Как это снять? Вот, сняли вот этих. Надеваем, так, тебя надеваем. Тебя тоже надеваем. И тебя наденем. Ой, подожди, кого я надел? Вот, надеваем. И тебя мы надеваем. А где голем? А, голем вот вообще внизу остался, к сожалению. А зачем? Голем-то у нас получше будет. Ну-ка, давайте одного мы зайчика снимем и наденем одного голема. Голем у нас покруче. Отлично, все, погнали. Сейчас давай будем собирать коины там. Ура-па-па-па-па-па-па-па-пау. Погнали. Идем сюда, потайной водопадик. Ныряем. Есть, сейчас будем собирать x2 коины, ребята. x2 коины. Главное узнать, сколько же там. 185 тысяч надо. 185 тысяч, чтобы сделать еще суточку ребертов. Обалдеть. Вот это мощно. Но сейчас мы, конечно, закликаем. У нас будет достаточное количество, чтобы сделать еще суточку ребертов. Итак, соточка у нас ребертов подъехала. Берем. 177 тысяч мы получили. Здорово.
Так, давайте мы 200 сейчас наберем и отправимся в следующую локацию. Давай, бак-бак-бак-бак-бак-бак. И сколько у меня там, кстати? 235 надо уже. Вау. Обалдеть, обалдеть. 235. Ну, наверное, мы сможем это все сделать, сможем все это организовать. Так, мои питомцы, в принципе, быстро прокачались. Уже третьего уровня, если вы заметили. Да, неплохо, неплохо, неплохо. Давайте, наверное, не будем соточку делать. Давайте сделаем 50. Мне этого хватит. И теперь погнали. Стартуем следующую локацию. Должны узнать, что там должно быть. Может, мы еще ради приличия сможем взять себе апгрейд на прыжки. На прыжки апгрейд. 20 тысяч всего лишь стоит. Берем следующие 30 тысяч. Давай еще возьмем. И 40 тысяч. Во. Идеально. У меня еще 200 тысяч осталось. Хорошо. Есть у меня дополнительные прыжки. Смотрите, как хорошо идем. Теперь 100% сможем разблокировать следующую локацию. Отлично, отлично, погнали, опа. Так, теперь отсюда, оп, пролетаем. Здесь разгоняемся. Воу, суперскорость. Нет, суперскорость нет. Надо тоже купить этот апгрейд будет. Для суперскорости, оп. А, есть, запрыгнул. Разгоняемся. Воу, вот это у меня был буст к скорости, кстати. А, не, о, хорошо, что я прокачал дополнительные прыжки, ребят. Без них бы я точно шлепнулся куда-нибудь вниз. Кстати, смотрите, там наверху есть какая-то штука. Там по-любому... Нет, там нет никакой секретки. Я думал, там тоже может быть секретка. Кстати, ребята, смотрите. Используйте код Грави. И как? И что мы узнаем? Ну-ка, где код? Как там пишется Грави? Грави, да, вот так вот. Используем код. Сейчас посмотрим, что нам код даст. Да что такое? Грави, вот так вот пишется. Используем. Неправильный код. Грави, ну правильно же я пишу. Грави, вот так вот. Опа. Я использовал код, но я не понял, что он нам дал. Что-то он нам дал этот код. Ну, не знаю. Если вы заметили, ребята, что нам этот код дал, то напишите, пожалуйста, в комментариях. А я пошел сюда. А здесь всего лишь... А, 200 тысяч, да, 200 тысяч. Ну ладно, покупаем эту локацию. Я купил ее, не купил? Чего я не могу ее купить? 200 тысяч пузыриков мне надо. О, но, я думал 200 тысяч коинов. Ну ладно, сейчас мы наберем 200 тысяч лопающихся пузыриков, чтобы это разблокировать. Это нам не составит никакого труда. Надо было, пока я шел сюда, налопать этих пузыриков. Тогда бы мы сразу же купили. Отлично, ну хорошо, что не коинов на самом деле. Мы так вообще с легкостью. Сейчас, видите, набираем 200 тысяч и проходим дальше. Все, разблокируем. Разблокируем. О, есть, разблокировали. Что-то он долго думал, не хотел нам давать. Итак, сколько же здесь стоит у нас питомец? 100 тысяч коинов, ребят, 100 тысяч коинов. Здесь у нас возвращение домой, реберты. Может быть, здесь можно что-то... А, нет, это просто такое же окошечко. Что еще есть интересного? Здесь у нас есть апгрейды. Апгрейды то же самое, по сути, да? И есть еще какой-то сундук. Вау, сундучок на 500 коинов. Да это же вообще подарок. Зачем нам 100 коинов сейчас, уже непонятно. Ну давайте, открываем здесь. Здесь уже шанс на эпики есть всякие разные. Открываем, выпадает нам опять какой-то питомец, обычная комнатка. Давайте еще одного. Бэмч. Есть, две комнатки выбили. Здорово. Опять, наверное, какие-нибудь вонючие комнатки. О, это эпик. А, вот что мне дал питомец, ребята. Код Грави. Гравитационная кошечка. Вау. Но она уже бесполезна. Потому что войдовые собачки гораздо круче. Давайте снимаем всех и надеваем тогда вот этих войдовых собачек. Они покруче у нас будут. Надеваем и кролики сколько дают. Ну давай кошечку вот эту, грави-кошечку делаем. И мульти-делит сейчас сделаем. Вот этих мы удалим, они нам уже не нужны. Да, они нам не нужны. Удаляем, удаляем, все здорово. И вот смотрите, какой питомец. Я думаю, что за питомцы у них? Оказывается, вот, они кодики используют. Понятно, понятно. И теперь мне надо...
Можно, конечно, вон туда сгонять, посмотреть, что же там еще есть и сколько вообще нужно для того, чтобы попасть в этот Ninja World. Идем сюда. Так, с этого мы прыгаем туда, скорее всего. Оп, оп, оп. Есть, запрыгнули. Теперь на... О, о, о. Нет, ребята, это фиаско. Мне кажется, мне скорости не хватило. Ну ладно, давайте мы тогда возвращаем сюда, в наше потайное место, где... Блин, я потерял. Ага, вот здесь вот я вижу, вот здесь есть у нас наше место с X2 прокачкой. Ну, с той стороны, наверное, тоже есть что-то такое интересное, по-любому, просто мы этого не знаем. И сейчас мы с вами натапаем очень-очень много. Сколько мне надо... О-о-о, разблокировалось, смотрите, я 5000 могу ребертов сейчас сделать. 5000 ребертов, но для этого мне надо будет накликать 13 миллионов. Вау, это невероятное что-то, ребята, просто невероятное. Так что мы, наверное, столько закликивать не будем. Давайте соточку сделаем, 250 получаем и смотрим. На апгрейды, что мы можем проапгрейдить? Проапгрейдить мы можем что-нибудь такое. Экстра петы, 30 тысяч, 10 миллионов. Скорость можем проапгрейдить. Силу, силу прыжка можно проапгрейдить. Ну давайте скорость, наверное, возьмем немножечко. Остальное все супер-супер дорогое. Ну давайте потратим на скорость. Вот так вот, все потратили на скорость. Теперь мы должны... Мы должны бегать быстрее, но не похоже, что мы быстрее бегаем, ребята, вообще. А где у нас портал находится? А, вот, портал у нас здесь. Может быть, сейчас получится у меня допрыгнуть до нового мира? Так, это не в ту сторону, мне вот сюда, пожалуйста, здесь. Кстати, смотрите, вот здесь есть всякие такие прикольные штучки. Возможно, здесь есть тоже X2 прокачка где-нибудь. В какой-нибудь пирамиде скрыто, вот, например... Вот, вот здесь так, опа. Сейчас мы это узнаем. Оп, нет, да, здесь нет ничего такого. X2, X2 ничего нет. И с той стороны тоже я не вижу. Вон есть какой-то кораблик. Еще что-то. Здесь тоже кораблик. Ну нет, видимо, ничего такого пока что нет. Хорошо, идем сюда. Возвращаемся на нашу исходную позицию. Прыгаем, прыгаем, прыгаем и опа, допрыгнули. Теперь мне докуда надо? Мне вообще же далеко, по сути, лететь. Как мне... Тихо, 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 тихо. О, чуть не шлепнулся. Идем сюда. Да, давай, на бустере, на бустере. Разгоняемся. Пиу, 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 пиу. О, добрался, ребята. Это было сложно, но я смог добраться. Теперь... Идем до самого острова. Или это еще не остров? Вау, это еще не остров, ребята. А, хорошо, дальше куда нам? Там какое-то крутящееся лезвие, на которое нужно попасть. Вау, круто. Но я не могу на него попасть. Мне не хватает силы прыжка или скорости. Чего-то из этого мне явно не хватает. Ну что, ребята, я предлагаю пока что на этом закончить. Если вы хотите продолжение этого прикольного, великолепного симулятора, обязательно ставьте лайки. 500 лайков будет, я сразу же пойду записывать продолжение. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новых интересных видео. А на этом у меня все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.